Приветствую вас, друзья! Для того, чтобы пройти полную регистрацию в компании Brain Abu Dance, нам необходимо нажать кнопочку Join Now, и открывается страничка для заполнения всех наших данных. Здесь уже у нас информация есть, которую мы внесли при регистрации, при получении бесплатной экскурсии. Дальше мы вводим уже наш username, то есть мы придумываем какое-то коротенькое слово на английском языке. Это слово будет использоваться в вашей партнерской ссылке. Дальше вы придумываете новый пароль. Допустим, вы вводите какие-то циферки. Дальше выбираем пакет. Первый, второй или третий. То есть первый — это одна баночка, второй — это три баночки, третий пакет — это 6 баночек. Дальше рассматриваем по информации по кредитной карте. То есть здесь вы пишете name on card, имя на вашей карте вы указываете. Дальше выбираете любая карта, которая у вас есть, Visa или MasterCard. Указываете номер карты. Дальше дату, когда ваша карта заканчивает свою работу. И три циферки. То есть вы переворачиваете свою карточку, и сзади на обороте вы видите три цифры последние. Вот сюда их нужно и указать. Это важные циферки. Дальше кредит, карт, адрес. То есть вы указываете адрес, где вы проживаете. Допустим, вы выбираете там Российская Федерация. Ну, это, к примеру, Российская Федерация. Адрес, где вы проживаете, все английскими буквами. Здесь вы указываете 2 или 3 цифры вашего региона. То есть у меня Ставропольский край, указывает 26 регион. Дальше адрес доставки. Если у вас этот адрес совпадает с адресом доставки, то вы просто указываете копию, кредит, карт, адрес. То есть здесь кликаете, и у вас это все отображается, и не нужно все заново вводить. После того, как вы все это проделаете, вы нажимаете Continue. И у вас открывается страничка, которая показывает вам все, что вы ввели. Если вам что-то не нравится, то вы можете нажать Change, то есть изменить и дополнить или изменить все эти данные. Вам показывается, значит, одна баночка стоит 59,95. Дальше показывает, значит, стоимость пакета. Так как я выбрала пакет с 6 баночками, то это стоит 199,70. Плюс единоразовая регистрация — это $20, плюс доставка и упаковка — это 19,68. То есть общая стоимость 239,38. Значит, мне придется оплачивать 239,38. И здесь показывается автошип. То есть в следующий месяц я буду приобретать одну баночку за 75,72. Ну, округляем, это $76. Если мне что-то не понравилось, то есть я не хочу выбрать этот пакет, я хочу выбрать другой пакет, то я просто нажимаю Change и меняю здесь, например, на пакет второй, то есть с тремя баночками. Нажимаю Continue. И здесь мы видим, значит, пакет на три баночки — это стоимость 129,85, плюс регистрация, плюс доставка, и в итоге выходит 168,08. Вот такая стоимость. Если мы просмотрим пакет на одну баночку, то сейчас мы посмотрим, сколько это стоит. Выходит 95,72. То есть 95,72 это будет уже окончательная стоимость вместе с регистрацией, вместе с доставкой и упаковкой. После того, как я все это проверяю, проставляем галочки и нажимаем Continue. И все, регистрация завершена, деньги снимаются с карточки.